Всем привет! Давича, мне тут пришло письмо о том, что я могу включить спонсорство на канале. Я очень удивился и решил его включить. Удивился, потому что спонсорство доступно только для каналов от 30 тысяч подписчиков, каких у меня нету. Либо от 1000 подписчиков, если это игровой канал, но у меня не игровой канал. Но пришло так пришло, решил это включить. Вот. Кто знает, у меня там вроде на Патреоне было, но я на Патреоне начал, а потом забил. Забил, потому что мне сама система не понравилась. Первое, я там сначала, помню, указал один счет, а потом, когда уже год назад переехал в Беларусь, получается, год назад я указал другой счет, а тот, получается, типа в состоянии заблокированном, и он до сих пор не удалился, и какие-то деньги там, типа $20, там так и зависли, не могут ни туда, ни сюда вернуться. В общем, система, как по мне, очень неудобна, ну, лично для меня. Для кого-то вроде бы норму, кто с первого раза все настроил, у меня не получилось. Вот, и я еще, наверное, год или полтора года назад что-то попробовал и потом решил забить. Вот, потому что это все-таки другая система, проще, когда это все в одном месте будет. Вот, поэтому за последние месяцы, кто там еще был у меня подписчиком на Патреоне, я там деньги вернул. Там один человек по $5, по-моему, три раза вернул. И одному человеку по доллару два раза. Ну, что-то такое, я не помню. Но так нифига я оттуда и не получил, потому что счета какие-то то заблокированы, то висит это. Короче, ну его нафиг. Всю эту ерунду. Здесь появилось круто. Будем пробовать здесь. Я все-таки приверженец того, когда все в одном, да, там. Все функции как бы на одном ресурсе есть. Вот. И нет такого, как платная подписка, идем на Patreon, а там надо тоже подписаться, и в результате это рассеивается. А так вот есть один канал и все функции. Здесь, я так понимаю, есть и чат, вот, и все такое. Так вот, какие уровни я решил сделать? Вот такие: студент, программист, программист второй категории, первый и ведущий программист. Что это такое? Давайте посмотрим на студента. Что такое студент? Месячная стоимость $1. Ну, как вы видите, 70% я буду только получать. Вот. Грубо говоря, 70 центов. Дальше. Какие бонусы для студента? Ну, доступ к чату для спонсоров. Вот. Что тут еще? Больше здесь ничего нету. То есть еще, правда, специальный значок, который будет показываться рядом с вашими комментариями. Вот, зеленый — это спонсор зеленый, который вот буквально там только присоединился, а красненьким — это тот спонсор, который уже давно, там несколько месяцев, по-моему, да, на постоянной основе есть спонсор. Вот у них будут такие вот иконочки. Дальше. Программист. Программист, стоимость подписки $2.5. Что здесь есть? Здесь есть доступ к чату для спонсоров и трансляции только для спонсоров. Вот я тут написал, если спонсоров будет больше сотни, можно будет даже обсуждать тему для ролика. Но в любом случае спонсоры мотивируют к тому, чтобы я уделял время для создания роликов. Вот. И проводил стримы. Так вот, начиная от программиста, будут трансляции только для спонсоров. В принципе, это удобно, да, так как это все в одном месте. Буду включать какие-то стримы. И опять-таки, как я говорил, задачки решать. Но задачки так у меня и не получается решать. Но, в принципе, это может изменить, да, если будут люди спонсировать канал, то, в принципе, можно будет на постоянной основе, там пару раз в месяц, а может быть и больше, если будет больше спонсоров, вот, это делать. То есть устанавливать время, ну, я не знаю, возможно, это вечернее время, но тут уже будет все четко. Поставил время, и хочешь не хочешь, а нужно будет запускать трансляцию. А дальше разберемся. Дальше, программист второй категории, стоимость $10. Что здесь? Здесь ранний доступ к новому контенту, доступ к чату для спонсоров и трансляция. Вот здесь появится возможность спонсорам получать доступ к видео, которые я, например, могу
записать, да, там у меня может появиться время, я там 2-3 ролика запишу, и понятное дело, я же их сразу не буду выкладывать, а там устанавливаю график какой-то, да, там раз в неделю, например. Ну, вот так вот. И вы сможете получать ранний доступ к этому видео. Вот. Программист первой категории. Здесь уже, я уже даже не знаю, я решил вообще было 5 категорий, 5 видов спонсора, вот. То есть первые три я так еще прикинул, а вот четвертый, пятый уже, думаю, добавлю. Что тут, совместный сеанс игры. А, вот, реклама проектов спонсоров. То есть я, в принципе, могу рекламировать ваши проектики. Можем, опять-таки, это те же стримы. И в этих же стримах что-нибудь там будем обсуждать. Можно даже в игрушку поиграть какую-то, можно задачки порешать, можно обсудить, не знаю, какие-то темы роликов и т.д. и т.п. Ну и самый крутой, это ведущий программист, 100 баксов. В принципе, здесь и эксклюзивные видео. Так, а у этого нету эксклюзивных? Ага, в этом нет, а вот тут будут эксклюзивные видео. Вот так вот. Ну, возможно, под эксклюзивными видео я имел в виду, это, возможно, даже пересоздание некоторых курсов. Вот. Возможно, если там спонсоры вот этой категории, их будет больше, чем там, не знаю, 5, 7, 10, 100 тысяч, то, конечно же, будет мотивация для того, чтобы пересоздавать курсы и делать их попроще, да, там по C, C++, вот, потому что все-таки первые ролики мои были, это только начало мое было, и, соответственно, какого-то опыта не было, и некоторые вещи можно было рассказывать попроще и тратить на это меньше времени. Вот. Так, что еще? В принципе, все. То есть, канал, если вы хотите, чтобы он развивался, каналу нужны спонсоры. Конечно же, в идеале, если бы канал приносил столько денег на постоянной основе, ну, чистыми, да, там, с учетом там всех налогов, потому что здесь 30% отдаешь, и если, к примеру, какие-то суммы будут приходить, с них надо налоги платить в той стране, в которой я сейчас живу, вот, то есть там тоже какой-то процентов, может, 10, не знаю, 15 будет уходить, вот, но по-хорошему, если бы канал приносил чистыми на постоянной основе такую же заработную плату, как сейчас, ну, не такую же, а большую, да, потому что если это больше, она должна быть чуть выше. Вот, то тогда, конечно, можно было бы работать только на канал. И, соответственно, все мое время уделялось бы каналу, а не основной работе. Ну, это, знаете, это в идеале, да, к примеру. И здесь можно было бы создавать кучу всего. Потому что тем очень много. Некоторые, конечно, уже появляются идеи у других блогеров. Я не всех смотрю, но у кого-то могу случайно увидеть. Такой, о, я об этом думал когда-то, но на это нет времени. Ну, в принципе, все. Короче, этот видос я делаю для чего? Для того, чтобы включить функцию спонсорства, надо как раз вот создать видеоанонс. Вот я его, собственно говоря, и делаю. Поэтому после этого видеоанонса появится функция включения, ну, точнее, у меня включится спонсорство. Ну, и дальше вы должны будете увидеть где-то там, когда будет мой канал, и внизу будет стать спонсором. В принципе, все. Всем спасибо за внимание. Обязательно становитесь спонсорами, и количество видео будет больше, и качество будет лучше. Ну и темы будут обширнее. Все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.